адамдарды. Целевая аудитория каравана «Поэзия против насилия» – это юноши и девушки от 17 до 25 лет. Ведь по статистике большинство изнасилований и покушений на изнасилование совершается молодыми людьми в таком возрасте. Так, гость акции, поэт Акбар Кубанычбеков в своих стихотворениях обратился к обществу с просьбой не закрывать глаза на безнравственность. Народ, умеющий говорить языком стихов, великий народ, тяжелые события, сложные ситуации акыны передают в своих произведениях и таким образом доносят до людей важную и актуальную информацию. За 9 месяцев этого года в Нарынской области было зафиксировано 229 случаев насилия. Жертвами стали 268 женщин и 15 несовершеннолетних. Кроме того, в отдельных регионах по-прежнему сохраняется проблема похищения невесты. Как подчеркивают участники акции, необходимо усиливать информационную и образовательные кампании среди молодежи. Мы все против роста насилия и преступности. Если мы все объединимся против этого зла, то я уверен, что ситуация улучшится. Караван поэзии проходит в рамках акции «16 дней активных действий против гендерного насилия», чтобы сосредоточить внимание на работе с молодежью в регионах. Организаторами выступают общественное объединение «Иссык-Кульская грамотность», фонд «Инициатива Роза Атунбаева» совместно с различными программами ООН. Мы все потомки Манаса. Поэты своими произведениями погружают зрителей в эмоции и переживания. Стихи оказывают воодушевляющее воздействие на публику, учат нас дружбе, единству и толерантности. Отметим, что данная акция уже прошла в городе Ош. По словам организаторов, после Нарынской области караван поэзии прибудет в Бишкек и Чуйскую область. Мадина Низамова, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов и Ният Эргешева, Эльтер, Нарынская область.